Prophet presents. In the beginning, there was the beat. Then it got faster. Stronger. Fatter. Finally, the bass music is the trend. Yeah! DJ Prophet, every Wednesday at midnight on DFM. Всем привет! С вами DJ Prophet, меня зовут Кирилл. Basement Show на радиостанции DFM. Продолжаем крутить треки от лейбла Metalheads Imperia. Это Маркус and Alexis the Files. Трек под названием Universe, 2000 год. 38-й по счету релиз. Сегодня будет офигенный эфир, потому что я сыграю ряд треков, которые стали классикой и, возможно, главными треками лейбла Metalhead с визитной карточкой. Ну, по крайней мере, одни из точно. То есть тут формулировка двоякая. У каждого своя, в принципе, кто что вкладывает в эти треки. Но для меня один из треков, который сыграю, является действительно главнейшим за всю историю Metalhead. Итак, всем привет! ВКонтакте прямая трансляция. Первая чуть не сдала. Сейчас, в общем-то, обновите и можете подключиться, посмотреть, что здесь сейчас происходит. Ну, в принципе, все как всегда, все как обычно. Передаю всем привет. Хорошее настроение, лето, салют. Сегодня был парад, 75 лет победы. В общем-то, в честь. Все круто, все хорошо. We'll be right back.
год. Композиция Drums 2000. Ремикс на легендарную композицию. Platinum Breaks 3. 2001 год. Классические звуки Metalheads, конечно же. 39-й релиз Jungle Jungle, 2001 год. Ну и следующая, самая-самая изюминка. Готовимся. DJ Prophet. Back.
Конечно же, вот она. Up All Night, Джон Би. 41-й релиз. 2001 год. Первый раз я ее услышал в миксе Локси на кассете в армии. В общем, она меня просто разорвала, мой мозг. Итак, слушаем. Выпустили эту композицию, порвала весь мир, и сразу же Джон Би наклепал ремикс, эпик ремикс, гораздо больше, более такой мощный, фестивальный. Вот как раз таки сейчас он и играет. Выпустили они его в 2002 году. Кстати, эти обе пластинки у меня уцелели, слава богу. Джон Би, Up All Night, эпик ремикс.
следующий релиз Future Cut Obsession, который тоже стал знаковым в истории Metalheads. Кстати, называется он Obsession, и здесь поет Дженна Джи. Собственно, тогда она начинала в своей карьере вокалистки. год, опять-таки, 40-й релиз, предыдущий, немножко их поменял местами. I'm possessed, caressed by the music. A change so strange, but how does it do this? In my mind, rhythms flowing through it. I'm blessed, caressed by the music. Кстати, в этом году Future Cut вместе с Рене Лавай записали ремикс, сделали на эту композицию Obsession. Я думаю, в ближайшем будущем ее обязательно представлю. Ну и касается, что касается Metalheads, я думаю, у меня еще будет парочку выпусков, потому что действительно релизов очень много, которые бы хотелось сыграть. Но в любом случае постараюсь все сделать это компактно, максимально клево, классно, чтобы не затягивать. Are you ready?
Ну и даже тебе успел таки выпуститься уже в 2002 на Metalheads был альбом под номером 2, просто MZZ02 он ротировался и так назывался White Venom. Прекрасная композиция, вот такая вот тоже диповая. Но опять-таки в стиле Тиби. Ну и, конечно же, здесь он, естественно, тоже задействовал звучки, подходящие под Metalheads. Но в любом случае, где-то на 90% он сохранил свой саунд. Собственно, они сошлись с Голди по вкусам. Красавчики. Ну и дальше от Тиби тоже будет один ремикс на известнейшую композицию. Тоже сегодня представлю. Следующий релиз очень мощный, это Loxy и Inc, 44 по счету, 2002 год, эпишка, 4 трека, Twisted Third Mind EP, эта композиция так и называется, Twisted Third Mind, очень мощная, клевая, yeah!
вот и Каликс, собственной персоной. 2003 год уже, 48-й релиз. Композиция «Левиафан». Очень долго интригающий интро, такой заход. С эйсидными такими звучками, очень клевый, ментальный. Двигаемся далее. Metal Heads, Империя, четвертый эфир по счету. С вами DJ Prophet, Baseline Show, DFM. В своем эфире играл эту композицию в оригинале Angel. Это Raffage Crew, а именно Goldie. Вышла она на альбоме Timeless. Ну а это ремикс 2003 года от Tibi. Я тоже думаю, многие узнали звучание, его фирменные барабанчики, вот этот вот саунд. We'll be right back.
это «Фоток». Трек под названием «Age of Empire». Очень мощный. В принципе, по этим предыдущим трем моим эфирам, и уже практически 40 минут прошло от этого, можно судить по тому, как менялся саунд. Наблюдать, я имею в виду, как он становился быстрее, во-первых, скорости, это раз, а во-вторых, то, что мощнее, жестче, в общем-то, ну, ментальность, конечно же, не потеряла, но то, что он становился еще жестче, это да. Ну и, конечно же, танцпольные. Опять-таки, вот я говорил, конечно. Re-Angel, композиция Raffage Crew в ремиксе Loxy и Inca. 2004 год. Yeah. Это саблейбл Razor's Edge. We'll be right back.
Пятый альбом по счету MDZ.05. 2005 год, это OB1, пишется OB1. Jasmine Nights, очень такая нежная. И вот такие вот мощные басы, бу-бу-бу, очень клевое сочетание. Двигаемся далее. Один из старичков тоже успел таки выпуститься на Metalheads. Synchronize. Очень клевая композиция, отличающаяся вот от нескольких предыдущих. Но она такая позитивная, светлая. В общем-то, на Metalheads выходил разный материал. Преимущественно, конечно, такой дарковый, пасмурный, такой темный. Ну и вот такие вот светлые композиции тоже выходили, конечно же. FM.
обратная сторона пластинки Obi-Wan'а Just Me Nights. Это DJ Lee DK Tuning. Ну и, в принципе, время эфира подходит к завершению. Я думаю, последняя композиция будет на сегодня. Возможно. Сейчас посмотрим. Broadcasting live over the capital. Красавчики Маркус Наталекс и Эста Файлс, My Soul. Вот эта композиция тоже очень часто проигранная на вообще всеми мировыми диджеями, кто играет Drum and Bass, является классикой Drum and Bass, в частности Metalheads. К сожалению, Маркус Наталекса с нами нет уже, более 3 лет назад он покинул этот мир. Ну и как-то я делал самые лучшие треки его треков, играл несколько лет назад, поэтому этот эфир есть в копилке, можете посмотреть, посмотреть также и послушать, конечно же, подписаться на Bassland Show в подкастах. Ну и как-нибудь, я думаю, сделаю еще эфир, посвященный ему, поиграю лучшие треки немножко в другом порядке, но в любом случае я не успел сыграть таки все, я это проанализирую и сыграю еще какие-нибудь композиции клевые, классные от него же.
Ребят, большое всем спасибо, кто смотрел, слушал. В следующую среду опять-таки продолжим Metalheads. С вами был DJ Profit, Basement Show, DFM.